Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами делаем закладку карандаш техники оригами. Вот такая вот закладочка у нас получается. Можем ее сделать разных цветов. Для этого нам понадобится цветная бумага, полоска размером 8 на 20. Вот мы ее уже вырезали. Переворачиваем белой стороной к себе. Закладываем. И небольшую вот такую вот полосочку, примерно пол сантиметра. После этого переворачиваем и обозначаем серединку. Намечаем серединку, к серединке складываем уголочки. Получается вот так. Дальше мы также к середине вот этот угол складываем, а эту сторону совмещаем ровно с серединой. Получается, что мы складываем еще раз пополам. С другой стороны также. Вот видите, у нас уже как получился какой карандаш. Переворачиваем. Сгибаем вот таким образом. Вот что у нас получилось. Снова переворачиваем и складываем с двух сторон. Смотрите внимательно, чтобы у вас вот здесь получилось ровно. И с другой стороны также. Теперь вы видите, у нас здесь образовался небольшой карман. Одну сторону вкладываем в другую, совмещаем. И вот у нас получился вот такой вот карандаш. Ну, для верности здесь можно склеить, чтобы он уже точно не разошелся. Вот мы наделали много таких закладок разных цветов. Так красиво получилось. Вот на одном даже рожицу нарисовали. А на сегодня все. До свидания.